Всем привет, с вами канал «Все для огорода» здесь. Кричал Лена, ау. Может быть, Лена здесь живет. Ну, что-то замойтесь, напис во дворе. А нет, а здесь замок, а там окна открыты в доме. Может быть, здесь они живут? Ну, не знаю, что-то непонятно. И там с улицы замок, а здесь окна открыты. Не знаю, кто там живет. Ну, здесь вот моя знакомая Леня, это дочка здесь, дом такой сделала. Приезжает со своей подружкой. Обе холостые. Можно взять их в жены запросто. Вот она, правда, ничего, особенно длинные. Длинные покрасившие. Ну и пониже тоже ничего. Можно. Хорошая девчонка. Во. Живу здесь в этом домике. Единственное, что они не очень-то общительные. Конечно, я уже давно женился. На одной или на второй. Но они не очень общительные. То есть иногда могут и послать даже подальше. Вот я могу здесь сделать им теплицу бесплатно. Не знаю, сегодня у нас понедельник. Видимо, не знаю, здесь вот забор, замок, и там забор. Его просто открыли, чтобы комары туда залетели. И там окно открыто. Сейчас комары налетят, их там будут жрать комары. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Ну, короче, такие девчата красивые, конечно. Вот. Ну, можно с одной жениться, на второй то же самое. Единственное, что они не очень общительные, очень такие какие-то агрессивные, понимаете. Не то, что там ласковые какие-то, но не очень такие. Вот, а я люблю, чтобы ласковые были, хотя бы, чтобы не такие агрессивные были, а то прям... Чуть скажешь, они прям посылают чуть не на три буквы, блин. Ой, с вами канал «Все для огорода», блин. Вот. Я говорю, а что так она мне, окна там с той стороны нету, она меня что-то не на три буквы послала, думаю, ни хрена себе. Думаю, я хотел на тебе предложить замуж, блин, а ты мне уже на три буквы посылаешь. Ой, ни хрена себе, блин. Думаю, нифига себе, ну, блин, ну, невеста, блин. Вот, такие дела. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. Всем пока. Извините, здесь я к одному соседу зашел, мы шампанского выпили. Потом к другой соседке зашли. Она меня коньяком угостила. Ну, там пару рюмок выпили. Сейчас решила прокатиться. Вот. Немного прокатиться. Орал, там орал. Никто не вышел. Там, наверное, нажрались этой водками. Наверное, или самогоны. Никого нет. Здесь окна, небось, комаров и ждут, когда комары залетят. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.